Все, еще раз всем хорошего вечера. У нас уже в Европе праздновать начали, скажем так, с 20-х чисел декабря, потому что Рождество это, наверное, еще более здесь серьезный праздник, чем Новый год. Вот мы привыкли, что у нас как бы Новый год был основным праздником. Это все сделать очень шумно, красиво и на всю жизнь, на целый год запоминающиеся события. Здесь немножечко все к Сильвестру, к Новому году все потихонечку успокаиваются, потому что основные праздники уже как бы для католиков Европы, они уже самые главные закончились. Но, тем не менее, Новый год, он есть Новый год, и Новый год, он как бы всегда был началом всего нового, всего такого важного. И для меня это был всегда самый, и остается самый любимый праздник, потому что я, как и все вы, люблю подводить итоги в канун уходящего года. Да, вот сейчас самое время подвести итоги того, что мы успели сделать за 2012 год. И, конечно, как всегда, мы с большой надеждой, с оптимизмом смотрим будущее, которое начнется очень скоро, 1 января 2013 года. Но сегодня поэтому у нас будет не совсем обычная презентация. Я очень постараюсь поменьше вам рассказывать сегодня о продукте, вот, а больше расскажу новости, планы компании и о наших достижениях. Итак, я вижу, что у нас потихонечку народ прибавляется, и я очень рада приветствовать всех, кто потихонечку будет подключаться, и чуть дальше тоже. Итак, компания Стентех. Компания, которая на рынке существует уже 7 лет, она как раз сейчас создается, ее история, история успеха в других странах планеты, потому что компания продолжает свою экспансию и в Азии, и в странах Европы, и в Америке, и в Африке. Развивается она очень стремительно. Я думаю, что вы, все, кто уже в компании несколько месяцев, вы знаете, почему это происходит. Для тех, кто впервые сегодня на нашей встрече, я, конечно же, постараюсь рассказать вам причины такой мощной экспансии компании Стентех. Конечно же, в первую очередь, эта компания предлагает рынку абсолютно инновационную продукцию для здоровья. Потому что где бы мы ни работали, где бы мы ни жили, основным приоритетом каждого человека – это здоровье. И я никогда не поверю, если никогда мне люди говорят, что да, главное, что вот у меня вот есть работа интересная, есть много-много денег, а здоровье нужно, как бы, это не так важно. На самом-то деле я знаю, что это очень важно абсолютно всем, и женщинам, и мужчинам, и молодым, и пожилым. Конечно же, основа успеха компании Стентех – это ее менеджмент. Это профессиональное руководство компании, которое знает на самом-то деле, как работать с этой продукцией, как ее продвигать и как правильно и профессионально открывать страны. Продукция, которую предлагает компания, она не просто эффективная и как бы дает результаты в первые дни, повторяю, первые часы приема продукции, она еще имеет очень серьезную научную основу. Продукция, еще вся продукция компании Стентех, прежде чем появиться на рынке, проходит очень серьезные испытания, и потом в серьезнейших клиниках университетских клиниках, таких как Гарвард, Иллинойс и других очень известных клиник. И только потом уже она появляется в наших руках, и мы абсолютно спокойны в том, что в наших руках не просто суперпродукция, но продукция, которая прошла серьезные испытания, протестирована, и как раз ее эффективность, безопасность, она доказана научно, ну, то есть не раз и не в одной стране, научно. Компания предлагает рынку очень эффективную продукцию, которая улучшает наше самочувствие и наше здоровье. Итак, для того, чтобы компания была успешна и продукция стремительно распространялась во всех странах, конечно же, она должна предлагать нам, прежде всего, новый революционный подход в современной медицине. Я знаю, что многие из вас пришли в компанию Стентех из других компаний, которые предлагают
биоактивные добавки для здоровья, соки и другие продукты, улучшающие наше самочувствие. Эти все биодобавки, как мы говорим, это очень хорошее питание, которое значительно улучшает качество нашей клетки, функциональность нашей клетки. И благодаря этому питанию мы действительно продлеваем жизнь нашей клетки и улучшаем наше самочувствие. Но и это здорово, и слава Богу, что есть такие продукты, есть такие компании. Но вот компания Стемтех, она совсем по-другому подходит к нашему здоровью. Эта продукция не только питает, очищает и улучшает функциональность наших клеток, а эта продукция еще и увеличивает в нашем кровотоке количество стволовых клеток. Потому именно стволовые клетки, они как раз и эффективно обновляют все ткани и органы нашего организма. Именно стволовые клетки решают проблемы старения и болезни организма, которые все равно, хотим мы это или нет, они присутствуют в каждом организме. Потому что в каждом организме протекают всегда два процесса. Процесс обновления и рождения клеток и процесс старения и смерти. И вот благодаря стволовым клеткам, которые находятся в нашем организме, мы можем просто дать возможность нашим органам просто дольше и без болезней нам служить. Я думаю, что вы уже не раз слышали про стволовые клетки, и уже это не первое десятилетие об этом говорится, и я уверена, что вы слышали про эмбриональные стволовые клетки, и вы знаете, что были, конечно, и за, и контра, то есть за и против. Я уверена, что вы читали разные статьи, которые как раз доказывают то, что я сейчас говорю. Благодаря этим исследованиям эмбриональными клетками стволовыми были получены очень интересные результаты. Было доказано, всемогущество и необходимость клеток стволовых, и что именно они являются ключом нашего долголетия, нашей молодости. Ну, в этой терапии были свои какие-то сторонники, но были противники. Противники это как раз говорили, что это неэтично, потому что это клетки умерших эмбрионов. Кроме того, и это тоже имеет место быть, факт, говорили о факте отторжения, что не всегда стволовые клетки приживаются в чужом организме. И по этим причинам Еврокомиссия запретила всякие исследования именно с эмбриональными стволовыми клетками. И поэтому параллельно не только в Европе, но и во всем мире сейчас развивается терапия выращенными стволовыми клетками. И здесь тоже, пожалуйста, когда читаете информацию, умейте анализировать ее правильно, фильтруйте, пожалуйста, потому что есть донорские стволовые клетки, которые тоже не всегда приживаются в чужом организме. И есть собственные наши родные стволовые клетки, которые находятся у нас почти во всех органах и в большом количестве они находятся, конечно же, в костном мозге. Так вот, роль стволовых клеток заключается в том, что они способны превращаться во все клетки нашего организма. Клетки щитовидной железы, поджелудочной железы и так далее и тому подобное. И сейчас ситуация коренным образом изменилась во всем мире. Если лет 5-10 тому назад стволовые клетки в лучшем случае вызывали у людей интерес, это было интересно, потому что это было ново, а в худшем случае страх, причем жуткий страх, при слове словосочетании слов «стволовые клетки». Но я думаю, что люди в этом не виноваты, потому что даже многие врачи, они знают сейчас, даже сейчас, о том, что для чего нужны стволовые клетки, вообще есть ли они в нашем организме. Вот. И, как говорится, и проблема в том, как говорит Кристиан Драпё, профессор-нейролог, который является автором нашей продукции, что, к сожалению, и сейчас в колледжах медицинских, не только в странах Европы, но и в Америке, как бы в передовой Америке, тоже не говорится ничего про стволовые клетки, только-только начали рассказывать о том, будущим врачам, о том, что эритроциты рождаются из стволовых клеток, но не более того. Поэтому как бы многие врачи даже не знали об этом, если честно, в полной мере. Но вот последнее открытие
вот Нобелевская премия, которая была присуждена за это открытие двум ученым из UK, то есть из Англии, Великобритании и из Японии, как раз подтвердила не просто правоту всего того, что сейчас происходит со стволовыми клетками во всем мире, но и то, что это действительно эти исследования не просто интересные, а это открытие, которое сделано этими учеными, они помогут сейчас всем ученым во всем мире как раз вот использовать это открытие для того, чтобы помочь очень многим людям во всем мире, чтобы решить те или иные проблемы. Ведь сейчас уже доказано, что более 70 заболеваний хронических, порой наследственных, можно вылечить только благодаря стволовым клеткам. Итак, стволовые клетки. Как раз вот о том, что эти клетки способны превращаться во все типы клеток нашего организма, очень хорошо рассказал об этом автор наших продуктов, Кристиан Драпё, французский нейролог, нейрохирург, который как раз изучает этот вопрос уже более 15 лет. Он начал изучение этого вопроса, и в своем труде «Расшифровка кода стволовой клетки» он очень подробно рассказывает вообще о том, что именно вот новая концепция здоровья – это количество стволовых клеток, которые циркулируют в кровотоке. Чем больше стволовых клеток циркулирует в нашем кровотоке, тем больше клеток нашего организма способны обновиться, регенерировать, и чем больше клеток стволовых попадет в поврежденные наши ткани, тем больше новых клеток может родиться, клеток сердца, клеток печени, клеток легкого и так далее. Эти исследования проводились, как я уже говорила, в серьезнейших университетах мира, и в результате этих исследований был получен очень интересный продукт, который является флагманским продуктом компании Stentech, который я вам сейчас чуть-чуть позже и представлю. Итак, в чем заключается этот вот процесс обновления нашего организма? Дело в том, что, как я уже говорил, многие врачи об этом только недавно начинают узнавать. Я повторяю, в этом вины их никакой нет, потому что они это не проходили. Ведь совсем недавно доказано, что клетки любого органа, они живут определенное количество времени. Допустим, клетки печени, они делятся, они функционируют и так далее, выполняют свою работу, но при достижении какого-то определенного возраста, они умирают. То есть клетки печени обновляются каждые 3 года. Клетки щитовидной железы обновляются каждые 4 года. Клетки легкого каждые 4-5 лет. А вот клетки сердца обновляются каждые 15-20 лет. Поэтому и когда человек переносит острый инфаркт сердца, врачи, как правило, ничего такого оптимистичного уже больным не говорят. Единственное, что они говорят, будьте осторожны, будьте очень внимательны, сильно не радуйтесь, сильно не плачьте, сильно быстро не ходите, ну и так далее. Потому что в любой момент вы можете просто, это может быть фатальным для вас. Вот. Поэтому, потому что они прекрасно знают, что если клетки сердца погибли, то когда они родятся новые, это действительно нужно время. Клетки мозга обновляются каждые 25-30 лет. А вот клетки кишечника, которого мы так мало знаем, если честно, обновляются каждые 3-5 дней. То есть одни клетки обновляются каждые 2 дня, другие каждые 3 дня. Вы же понимаете, что кишечник тоже состоит из разных типов клеток. Так вот, за 27 дней происходит полное обновление кишечника. Поэтому вы можете представить, что если бы не было у нас стволовых клеток, то через 27 дней у нас бы был полностью мертвый кишечник, который бы просто не мог обновляться. И поэтому я не знаю, сколько времени смогли бы мы прожить без кишечника. И вот как раз для того, чтобы рождались новые клетки, нам нужны
именно стволовые клетки, потому что все эти клеточки всех наших органов, они рождаются не из чрезмерного потребления смородины, не рождаются из ягод, допустим, граната и так далее, они рождаются из стволовых клеток. И вот на этом слайде очень хорошо показан вообще полностью мудрейший механизм обновления всех наших органов. Посмотрите. Слева на слайде показаны разные органы, из которых мы состоим, и, конечно, как вы понимаете, каждую минуту, каждую секунду, пока мы сейчас с вами общаемся, у нас погибают клетки крови, у нас погибают клетки печени, мозга, это постоянно происходит. И что самое интересное, они постоянно посылают сигналы, эти погибшие клетки, в сигнальные системы нашего организма. Это сигналы СДФ, от СДФ-1 о повреждении. Что делает наш мудрый организм? Эти сигналы из сигнальной системы посылают в костный мозг. Костный мозг дает команду выпуска в кровоток стволовых клеток. Эти стволовые клетки поступают в кровь и с кровотоком разносятся по всему нашему организму и мигрируют как раз в те ткани и клетки нашего организма, где срочно требуется обновление. И самое интересное, что этот механизм налажен настолько четко, что этот процесс полностью происходит под контролем наших сигнальных систем. То есть стволовые клетки абсолютно безошибочно находят все поврежденные ткани наших органов. И что происходит дальше? Уже через определенное время они превращаются либо в клетки печени, либо в клетки щитовидной железы, клетки легкого, и таким образом идет постоянный процесс обновления. Так где же находятся эти стволовые клетки? Как я уже сказала, находятся они в небольших количествах во всех тканях нашего организма, но основное депо, то есть склады, где они хранятся бережно, это как раз спиной костный мозг. Это как раз те самые кости нашего скелета, которые очень серьезно защищены вообще мудро нашим организмом. Посмотрите, вот как раз они показаны у вас красным цветом, это как раз те самые кости, в которых находится костный мозг. То есть их нету в наших конечностях, в наших ребрах, которые легко можно сломать. Вот, посмотрите, как они защищены природой, это вот святая святых нашего организма. Поэтому, конечно, если бы это было так не важно для нас, так не нужно, а тем более вредно, кто бы так все это защищал и сохранял. Вот так вот сохранится костный мозг, в котором как раз и находятся наши стволовые клетки. И вот как раз механизм действия этого продукта заключается в том, что когда мы принимаем продукт Stem Enhance или SE2, что происходит? Эта продукция не только способна насытить все наши клетки питательными элементами и кислородом, она также дает возможность клеткам стволовым выйти из костного мозга. То есть продукция Stem Enhance содержит мобилин лиганд, который воздействует на L-селектин, который как раз блокирует стволовые клетки в костном мозге. Более подробный механизм действия продукта мы рассмотрим на другой нашей встрече. Сегодня у нас все-таки предновогодняя встреча, поэтому я не буду сильно много рассказывать вам о таких научных таких вот слов говорить сегодня, а просто коротко скажу о продукции. Итак, что входит в состав нашего продукта? Это, во-первых, это новый продукт, который сейчас появился на рынке, входит концентрат атомизмон флос аквай. Это сине-зеленые водоросли, которые произрастают в озере Верхний Кламат, штата Верхний Орегон, на северо-западе Америки. Это водоросль IFA, известный уже очень-очень много лет назад, как самый богатый витаминный и минеральный продукт, который обладает еще и противовоспалительным, иммуномодулирующим действием. Кроме того, обеспечивает нас очень мощной энергией. Об этом озере мы тоже поговорим более серьезно в следующий раз.
как я уже сказала, после применения продукта, как только мы применяем продукцию, как только мы применяем продукцию STEM Enhance или STEM Alpha, как называется он в Германии, уже через полчаса в нашем кровотоке количество стволовых клеток увеличивается на 25-30%. Это означает, что на 3-4 миллиона стволовых клеток циркулирует в нашем кровотоке больше. А это означает, что еще больше поврежденных клеток получит возможность к обновлению или к саморегенерации. Потому что на самом-то деле, как я уже говорила, про механизм обновления, он есть в нашем организме. И клетки стволовые тоже циркулируют в кровотоке у нас постоянно. Но дело в том, что у молодых людей, у молодежи, их намного больше в кровотоке. Одна стволовая клетка приходится на десятки тысяч клеток нашего организма. А вот в нашем возрасте, кому 50, под 50, там, под 60 и старше, уже одна клеточка стволовая в кровотоке приходится на 5-8 миллионов клеток нашего организма. То есть механизм существует, и он проходит в нашем организме, клетки обновляются, но просто с каждым годом количество их кровотоки все меньше и меньше, и все меньше и меньше клеток получают эту возможность к обновлению. Поэтому продукция STEM Enhance помогает нам продлить наше обновление и дать возможность нашим тканям обновляться еще лучше, чем они могли бы в этом конкретном возрасте. И вы посмотрите вот на график, буквально через час количество этих клеток стволовых достигает максимума, и через 3 часа они уже все в поврежденных тканях наших органов и начинают дифференцироваться и делиться и превращаться во все типы клеток нашего организма. Эта продукция была в свое время запатентована, был получен патент в США, так что эта продукция эксклюзивная, это первый в мире клинически разработанный и протестированный продукт STEM Enhance или SE, как называется он, более коротко, продукция, которой нет ни у кого, потому что, повторяю, продукция запатентована и имеет патент в США. Сейчас в новой формуле продукта SE2 добавлены еще другие компоненты. Это ундария перистая, которая сама по себе известна как продукция, которая очень хорошо поддерживает иммунную систему. Это водоросли морская, богатая также йодом, которая имеет противоопухолевое действие, снижает уровень холестерина. И основной компонент этой водоросли – это фукоидан, который очень давно уже известен, и его противораковое действие было подтверждено уже японским университетом в Хоккайдо. Этот компонент фукоидан тоже способствует продолжительному выпуску собственных стволовых клеток из нашего костного мозга. Это было доказано австралийским университетом в Тасмании. Вот посмотрите, что происходит, как при добавлении фукоидана в наш основной продукт. То есть количество стволовых клеток находится в кровотоке просто более длительное время. Вместо 1,5 часов, одного часа 1,5, 3 и более часа. И вот компания Stemtech заключила долгосрочный многомиллионный контракт на производство этого ценнейшего фукоидана с австралийским биотехнологическим концерном Маринова, который на сегодняшний момент является лидером по производству фукоидана. Следующий компонент в новом продукте SE2, то есть STEM Enhance 2, это всем известный кордицепс китайский. Но я думаю, что вы можете и намного больше об этом продукте почитать в интернете. Я просто скажу в двух словах, что этот натуральный высокогорный гриб, он известен уже тысячелетия в Китае, и произрастает он в Гималаях. Это ценнейший продукт для сердечно-сосудистой системы, очень хорошо, очень хороший, сильнейший антиоксидант, имеет также противоопухолевые действия. Добывается он на высоте от 3 до 5 тысяч метров, то есть в условиях
тяжелейших условиях он произрастает, экстремальных, поэтому и обладает этими ценнейшими качествами, которые как раз очень давно используются во всем мире, так что не только в китайской медицине. Следующий продукт, который, компонент, который в этом продукте тоже имеется, это китайский голец, но на территории Европы его в нашем продукте нет, но во всех других странах он присутствует, который как раз обладает другими свойствами, которые как раз делают этот продукт еще более интересным. Итак, уникальная формула продукта S-E-Tu – это 4 ценнейших компонента, которые, каждый из которых способствует и выпуску в кровь стволовых клеток, и которые обладают и противоопухолевым воздействием, модулирующим иммунную систему и много-много всего ценнейшего, что может дать каждый компонент в этом продукте S-E-Tu. Эта продукция сейчас до конца декабря идет по цене Stellenhance, с января будет небольшое подорожание, но это нормально, потому что продукт по составу совсем другой, и по действию он более эффективный, и другой, конечно же. Две капсулы S-E-Tu поддерживают дополнительный выпуск нескольких миллионов стволовых клеток из костного мозга в течение аж в 3 часов. По поводу дозировок меня спрашивают все. Вы знаете, я не думаю, что есть необходимость превышать дозировку, указанную на флаконе. Продукт очень эффективный. То есть 2 капсулки в день, в принципе, вполне этого достаточно. Иногда мы по ним берем и 3 капсулы, когда это есть необходимость. Но я повторяю, что продукт очень эффективный, действует очень мягко и очень правильно. И, в принципе, дозировки указаны на флаконе, поэтому даже при таких дозировках, даже при 1 капсуле в день, люди получают очень хорошие результаты. На этот продукт получены 2 патента США, которые обеспечивают тоже эксклюзивность данного продукта. Так, о китайском горце рассказывать долго не буду, потому что, я повторяю, в Европе у нас его в составе нет, вот, но в других странах он имеется, он обладает очень хорошим также омолаживающим эффектом, тоже поддерживает очень хорошо иммунитет. Вот когда будет такая необходимость, мы обязательно о нем будем рассказывать более подробно. Следующая продукция – это стенфло, который Кристиан Брапю разработал сразу же после того, как появился на свет Stellenhance, потому что эта продукция стенфло, она своим тройным воздействием усиливает действие Stellenhance. Какие это действия? Ну, во-первых, стенфло – это сильнейший антиоксидант, потому что и стволовые клетки, и клетки другие все нашего организма, молодые, старые и так далее, они все нуждаются в защите от свободных радикалов, от мутаций. И вот эти вот сильнейшие антиоксиданты, мангостин, черная смородина, индийский крыжовник, виноградный резвератрол обеспечивают как раз мощную защиту от свободных радикалов. Это так называемые вооруженные силы нашего организма. Следующий компонент – это фибринераза и экстракт лимона. Они обеспечивают нам хорошее, правильное кровообращение и улучшают качество капилляров. Каким образом это происходит? Фибринераза, которая входит в состав стенфло, она перерабатывает лишний фибрин, то есть кровь становится менее вязкой, и это профилактика образования тромбиков. А если они есть, то как раз очень хорошее средство против всяких этих вот забитых капилляров и против тромбов. Следующий компонент экстракт лимона, который богат биофлавоноидами, он как раз благодаря хисперидину улучшает качество самих капилляров, то есть способствует выработке коллагена и соединительной ткани. Именно поэтому улучшается кровообращение, улучшается качество капилляров. Следующее действие, третье действие стенфло – это очищение. Кошачий коготь, куркума и опять же виноградный резвератрол великолепно очищают кровь, улучшают иммунную систему, улучшают и работу печени. Вот такой вот ценнейший продукт, который как раз, с одной стороны, защищает все клетки нашего организма и способствует лучшему продвижению
и циркуляции стволовых клеток благодаря улучшению кровообращения. Третьего продукта ST5 с неврастемом пока у нас в Европе нет, но вы можете заказать его через ваших партнеров из других стран, где эта продукция продается, потому что это ценнейший коктейль, который обеспечивает наш организм всем необходимым питанием. Я сейчас даже не буду рассказывать весь состав, потому что он просто огромный. Он насыщает наши клеточки витаминами, минералами, плюс еще активными ферментами. Очень хорошо способствует миграции, то есть проникновению питания и клеток стволовых в ткани. Кроме того, это очень хорошее низкокалорийное питание для образования здоровых мышц, здорового жира. И очень хорошо для тех, кто имеет чрезмерный аппетит, может просто быть либо заменой пищи, или подавляюще воздействует на такой чрезмерный аппетит. Это тоже 100% ингредиенты в этом продукте, натуральные ингредиенты. Повторяю, сейчас рассказывать не буду, потому что в Европе у нас пока нет, кому нужно больше информации, вы можете получить ее на сайте. То есть благодаря этому продукту повышается эффективность проникновения, миграции стволовых клеток из кровотока в органы и ткани. И вот как раз вот этот вот слайд, еще раз показываю вам его. Продукция Seven Hands 2 SE2 способствует выпуску стволовых клеток из костного мозга в кровоток. Продукция StemFlow, она способствует тому, что все стволовые клетки доходят без препятствий до всех поврежденных органов, то есть обеспечивает правильное продвижение и циркуляцию. А коктейль ST5 с неврастемом, он способствует проникновению всех этих клеток стволовых, в том числе и питания, в органы и ткани нашего организма. Вот это вот три продукта, два из них мы можем сейчас уже предложить нашим европейским потребителям. Третий, который вот у вас справа на слайде, неврастем, ST5 с неврастемом, появится в Европе в первом квартале следующего года. И в принципе вот этих вот трех продуктов вполне достаточно для того, чтобы быть абсолютно здоровыми, чувствовать себя прекрасно, потому что достигается очень такой серьезный синергетический эффект от приема этой вот всей гаммы продукции. И для наших любимых, наших домашних четвероногих друзей, у нас в Европе сейчас есть продукция для лошадей, это тоже в виде гранул, а где такая большая такая, довольно-таки такая вот, такая упаковка, где в основном это сине-зеленая водоросль, и в которой добавлены экстракты, пудра яблок, потому что лошади просто обожают запах яблок и вообще яблоки, и именно благодаря этому пища становится у них еще более приятной, привлекательной, так что вы можете, у кого есть лошади, предложить эту продукцию для ваших знакомых и друзей. Ну, я заказала эту продукцию для своей собаки, для нашей собаки, поэтому в небольших дозировках я сейчас пока кормлю свою нашу Джесси, которая, в принципе, так очень игривая, энергичная, но вот я просто хочу продлить ее жизнь, хотя она и так очень молодая, ей чуть больше года, но тем не менее. Итак, продукция компании, вся линейка продукции компании StemTech, она прошла серьезные испытания. Эта продукция абсолютно эксклюзивная, которая имеет патенты США, американского производства. Это первый уникальный в своей категории комплекс продукции для обновления всего организма. А сейчас я знаю, что это всем очень интересно, потому что буквально недавно выступал перед нами вице-президент компании StemTech Энди Гудвин. Он рассказывал нам о том, что сейчас, чего мы достигли сейчас на этом уровне. Он нам представил, сказал, что нас ждет в самом ближайшем будущем в разных странах компании StemTech. И вот как раз вот на этом слайде вы видите, что компания StemTech представлена на сегодняшний день во многих странах, это на 6 континентах.
я извиняюсь, я должна отключиться на секунду. Это в Европе, это Англия, Германия, Испания, Франция, Болгария, в Америке это США, Пуэрто-Рико, Канада, Колумбия, Мексика, Ямайка, Эквадор. В Азии это Малайзия, Тайвань, Филиппины, Япония, Южная Корея, Таиланд. А в Африке Намибия, ЮАР, Гана, Кения, Австралия, Новая Зеландия, Австралия. И, в принципе, я знаю, что на этом как бы, экспансия СТМТФ не заканчивается, только все начинается. На 6 континентах почти сейчас представлена компания. Это ключевые страны во всех этих регионах. И как бы, для тех, кто работает в этих странах, это уже хорошая новость, что компания открывается в следующем году. В Европе это Италия, Литва и Австрия. И вот буквально недавно я узнала очень хорошую новость, что начиная с января месяца итальянским дистрибьюторам они могут получать комиссионные. То есть компания, в принципе, всегда до официального открытия страны она начинает как бы, поддерживать дистрибьюторов получением комиссионных. В Америке готовится к открытию Бразилия, в Азии. Я знаю, что уже все почти закончено, уже все почти сделано, уже и работники офиса давно готовы, и офис снят, это в Индии. Уже скоро заканчиваются работы по открытию Индонезии, Сингапура, так что экспансия в Азии продолжается. В Африке уже все почти готово для открытия Нигерии, Танзании. И еще одной страны, о которой расскажу я вам чуть-чуть вот дальше этого, я расскажу вам очень интересную историю одного из африканских лидеров. И вот в следующем году, буквально в начале года, уже начинаются работы по открытию России. Потому что вся основная работа, самая серьезная работа уже в России проделана. Вы знаете, что Энди Гудвин рассказывал вам сам, получен сертификат на продукцию, то есть зарегистрирована наконец продукция SE2 в России. Как он рассказывал, процесс регистрации продукта сам занял почти год, то есть первые полгода до конца мая шли испытания продукции, то есть были получены абсолютно все как бы положительные такие отзывы, то есть были проведены серьезные испытания. Затем понадобилось еще почти полгода, чтобы получить все необходимые сертификаты. То есть на сегодняшний день мы уже в России на финишной прямой. То есть продукция зарегистрирована, и после где-то 15 января уже выезжает команда по открытию, по регистрации уже самой компании СТМТЭК, то есть для как торговой компании, для того, чтобы российские дистрибьюторы могли уже начать получать продукцию и получать комиссионные. И мы очень как бы, хотим, чтобы этот процесс как раз вот по открытию России, он как раз и закончился как можно быстрее в начале следующего года. И поэтому от всех россиян требуется сейчас как бы подойти к этому более серьезно и как бы увеличить количество виртуальных дистрибьюторов. Для чего это нужно, я вам уже рассказывала. Сейчас рассказывать не буду, потому что это очень важно, чтобы вы смогли как раз, чтобы были обеспечены все ваши клиенты, ваши дистрибьюторы в нужном количестве продукции. Кроме того, вы прекрасно знаете, что сейчас в России как раз есть люди, которые заинтересованы в открытии этого рынка и делают все возможное, чтобы эта страна была открыта правильной и красивой. Поэтому мы со своей стороны будем тоже делать все возможное, чтобы ваши клиенты, ваши дистрибьюторы могли посещать наши презентации, вебинары в любое удобное для них время. И, конечно же, полностью окажем любую поддержку в любом регионе России для того, чтобы все это было сделано правильно и грамотно. А сейчас мне хочется перейти к очень приятной части нашей встречи. Вы знаете, что не только в России дистрибьюторы ждут открытия. Это и Украина, и Казахстан, и Армения, и другие страны. Я знаю, что очень многие
А сейчас проживающие в странах Евросоюза, именно Евросоюза, получают продукцию у себя дома и тоже ждут свои открытия своей страны. Потому что на сегодняшний день только 5 стран в Евросоюзе открыты официально, дистрибьюторы которых получают комиссионные. Остальные страны, такие как Италия, Бельгия, Голландия, они пока еще не получают комиссионные, но они получают продукт у себя дома. Но есть такие страны в Европе, как Хорватия, Сербия, которые пока не получают ни продукта, и тоже не получают комиссионные, вот, потому что туда не высылается продукция тоже. Так вот, я сегодня хочу поздравить дистрибьюторов Сербии, потому что, вы знаете, как они доказали это своей работой, что если есть большое желание пользоваться не только продуктом пользоваться, но и получать комиссионные, то ничего нет невозможного. К счастью, они нашли эту возможность, потому что когда я рассказала Слободяну Сикитскому об компании «Стэнтех» при первом нашем разговоре, первое, что он спросил, это нормально, когда человеку рассказываешь о продукте, возникает вопрос следующий, а как насчет комиссионных? Потому что прекрасно, понимал он, что лидеры, которых он собирался приглашать в этот бизнес, они не смогут работать без комиссионных, потому что нужны деньги всем. И я просто сказала, что есть такая возможность просто получать продукцию через Болгарию напрямую, то есть зарегистрироваться как болгарским дистрибьютором, имея счет в банке Болгарии. Вот. И после этого нашего общения в интернете у нас была вынужденная пауза, потому что я уехала в Крым по семейным делам. А когда вернулась, я была очень приятно поражена, увидев Слободана у себя в первой линии, зарегистрированным уже в Болгарии, как болгарским дистрибьютором. После этого у нас была с ним первая встреча в Греции, куда он приехал на свое первое событие «Стэнтех», которое было организовано компанией. И, знаете, с тех пор прошло буквально несколько месяцев. Прошло всего лишь, скажем так, чуть около 4 месяцев, даже меньше. 3, наверное, полных месяца. Вот. И, вы знаете, за это время, вот, в ноябре и в декабре, Сербия показала, что если есть желание, то ничего нет невозможного. За короткое время 6 человек в Сербии выполнили квалификацию «Директор» и выше. Вот посмотрите на этот слайд, пожалуйста. Вот как раз Слободан Сикитский выполнил квалификацию «Сеньор-директор». Мирьяна Еленич – «Сеньор-директор». Дубравка Бозич – «Сеньор-директор». Вадимка Княжевич – «Сеньор-директор». Снежана Сипетич – «Директор». И Дея Елена Данасевич тоже в квалификации «Директор». То есть 6 человек в Сербии, сербских лидеров показали, что это и возможно, и это нужно делать, что это все, нет ничего невозможного. И это 2 человека, которые выглядели вот на этом слайде, это Раденко Книжевич и Снежана Сипетич, они сделали эту квалификацию за 2 календарных месяца, это спонсор и дистрибьютор. Прошлый месяц они заработали фаст-трак бонус с премией за 5 человек, а кроме того, они выполнили все условия для получения бонуса нового директора. Пассеттер Пол, то есть его получит и сама Снежина, потому что она сделала директора за 2 месяца со всеми условиями, а Раденко Княжевич получит сразу несколько, 2 премии. Она получит премию за Снежину Сипетич, половину премии, и еще свою премию за то, что она сделала тоже директору за 2 месяца со всеми необходимыми условиями. То есть я думаю, что в конце января мы сможем сказать, какие это суммы и какие это были премии. То есть вот так ударно закончили лидеры Сербии этот вот год. Я думаю, что они очень довольны, потому что сейчас и Слободан, и Мирьяна, они находятся в Болгарии. Я от всей души поздравляю вас с
таким хорошим результатом. Я знаю, что у вас прекрасное настроение. Я знаю, что компания Стэмтэк для вас сейчас не просто новая компания, не просто новый продукт. Это вообще начало новой жизни. Я очень рада тому, что вовремя пришла к вам эта компания в жизнь. Я рада, что мы сейчас вместе работаем все в одной компании. И я знаю, что вы сейчас являетесь примером не только для болгарских дистрибьюторов, а также для всей моей организации, потому что это было сделано, повторяю, лидерами, живущими и работающими тоже в закрытой стране. Поэтому для тех, кто сейчас работает в закрытых странах, вы должны просто понимать, что все это временные трудности. При желании всегда найдется и путь, и возможность и получить продукцию, и заработать деньги. И сейчас я хочу от вашего имени еще раз поздравить наших дорогих сербов, наших лидеров с такими хорошими результатами и с такими хорошими премиями. И я уверена, что в следующем году у них будет еще больше лидеров. И, как сказал Энди Гудвин, им нужно всего лишь 1000 сербов, чтобы там Сербия была открыта. И поэтому после школы с Энди Гудвином, вы не представляете, не поверите, у нас каждый день прибавляется больше 10 сербов в нашей организации. То есть сербы очень серьезно подошли к этому вопросу, и я уверена, что будет у них Сербия открыта в самое-самое ближайшее время. Спасибо вам, поздравляем вас от всего сердца. А сейчас еще интересная история. Я ее, честно говоря, вот когда читала эту историю, я поняла, что, в принципе, сейчас об этом может рассказать. Такую историю может иметь абсолютно каждый человек в любой стране. И я как раз вот, когда читала об этом молодом лидере, я всегда ее с него сравнивала с историей Слободана, которую вот вы многие из вас знаете, ведь он же тоже, Слободан тоже живет в Сербии, а работает пока в Болгарии, то есть, ну, как болгарский дистрибьютор, и делает просто очень интересные такие вот, очень интересно происходит всего в его организации. Так вот, история это меня просто потрясла, когда я прочитала ее недавно, вот в выпуске, новостном выпуске компании Стэмтэк, который выходит каждые 3 месяца. Представляете, это вот история молодого лидера из Ганы, из Того. Это Кристиан, господи, я в эту фамилию не написала, я извиняюсь, торопилась, когда, потому что очень много работы. Это Себастьян Краго. Это Себастьян Краго господи, где же у меня тут, я извиняюсь. Так, это Себастьян Краго из Ганы, вообще, который в компании всего 9 месяцев. За 9 месяцев он буквально, как у нас, как написано в этих новостях, он буквально галопом по Европам, тянуя квалификации, буквально долетел как ракета до квалификации, серьезной квалификации Triple Diamond, и вот буквально недавно он вошел уже в Chairman Club компании Стэмтэк за 9 месяцев. И как пишут в этом новостном выпуске, руководство компании пишет, что мы даже не успевали следить за его успехами. У него каждый месяц в организации прибавлялось по 1000 человек. Но самое интересное, что его история, она очень похожа на многие истории наших дистрибьюторов. Она очень похожа. Он живет в Тогу, родом из Тогу. Тогу, вы знаете, пока не открыто. Вот. Но услышав от своего друга, проживающего в Гане, о компании Стэмтэк и ее продукции, он заинтересовался, потому что его жена была очень тяжело больна. Вот она как раз на этом слайде. Он приобрел продукцию для своей супруги, она получила сразу же результаты. Он тут же заинтересовался маркетинг-планом и начал работать. Причем работал так, что, я же говорю, за ним просто не успевали угнаться и уследить. Уже в первые 6 месяцев он сделал квалификацию Triple Diamond. Сейчас он проживает в Тогу, в стране Гана, которая открыта, вы знаете. Вот, как я уже говорила, Гана работает с одним продуктом, там нет другого продукта вообще, там только Stenhance, там даже нет SVTU, там не работает программа AutoShip, потому что в Гану продукцию никто не высылает, хотя она открыта. Вот буквально скоро
там откроют офис в Гане, и у них будет свой склад, потому что до сегодняшнего дня все дистрибьюторы Гана получали продукцию из ЮАР. Его жена и его семья находится в Того, куда он ездит почти каждый месяц. Сейчас у него в Того развивается параллельно виртуальная сеть дистрибьюторов Того. И сейчас он делает все возможное, чтобы в ближайшее время, сразу после Нигерии и Танзании, открылась республика Того. И вот его жена, и его семья, и его дистрибьюторы, они сейчас занимаются поддержкой виртуальной сети в этой стране. А сам он днем и ночью занимается отправкой продукции из Ганы в Того. Ну, я по себе это знаю, это занятие не очень, скажем так, из легких. Это действительно там нужно это делать. Это делать нужно, это нужно делать постоянно, чтобы поддерживать свою сеть, чтобы она правильно и грамотно открылась. Вы знаете, когда я прочитала эту историю, ведь я просто поняла, что когда человек очень хочет, то даже в такой стране, как Гана, как Того, ведь Того, она тоже страна не самая богатая, там тоже есть свои проблемы. И самое интересное, очень плохо работает почта. Это просто опасно, почтой все посылать, поэтому они возят продукцию, то есть курьеры возят. Но тем не менее, как он говорит, это не мешает ему каждую неделю, каждые 2-3 дня проводить презентации, где собирается минимум 50-60, порой до 200 человек, и где он рассказывает об этой компании и об этой продукции. И именно поэтому вот, то есть его вера, его работоспособность, она делает чудеса. Поэтому я, когда читала эту статью, я еще раз поняла, что когда есть большое желание, то никаких препятствий к успеху просто быть не может. И вот сейчас, повторяю, я уверена, что следующая страна будет Того, благодаря работе вот этих вот молодых африканских лидеров. Я уверена, что каждый из нас, кто сегодня в комнате, может быть, потом расскажет такую вот свою красивую историю, потому что вы все сейчас работаете, многие из вас, в странах, которые пока не открыты. Это не только страны Европы, это и страны СНГ, это Россия, это и другие страны, где все мы ждем открытия страны, но поверьте мне, открытие страны, оно зависит от работы лидеров. Я очень рада, что эти лидеры, которые сейчас работают в этих странах, вот в моей организации, они лучше, чем я, понимают, что сейчас нужно просто сконцентрировать все свои силы на то, чтобы развивалась сеть виртуальных дистрибьюторов. Если это можно, мы будем поддерживать и продуктом, и презентациями всех наших людей. Только нам очень важно, чтобы люди понимали, что в каждой стране, ну, каждый лидер, он проходит свой путь. Конечно, я уверена, когда откроется Того, наверное, этому парню будет что рассказать на сцене большого события в своей стране. А то, что сейчас он делает, это, конечно же, наверное, мало кто об этом думает. Но когда мы читаем, мы понимаем, что сейчас идет самая серьезная работа. То же самое я вот могу вот вернуть сейчас слайд сюда. Вот сейчас сербские лидеры, которые сейчас видите на этом слайде, они делают то же самое. Они тоже ездят за продуктом, они тоже обеспечивают своих людей продуктом, они рассказывают им маркетинг-план, они рассказывают им о продукции, они проводят свои школы, семинары, и Дэян, и Елена, и Снежана, и Разинка, и Дубравка, и Мирьяна, и Слободан постоянно организовывают свои события, встречи, школы, семинары. И поверьте, это не очень простое дело постоянно поддерживать на хорошем уровне мотивацию в своей организации, когда не все люди могут получать комиссионные. Поэтому, конечно, открытие любой страны, неважно, это страна европейская, или африканская, или азиатская, она, конечно, в большей степени зависит от тех лидеров, которые сейчас, не жалея себя, не жалея своей силы, вкладывают все свои знания, умения и время в развитие этого региона и делают все возможное для открытия своей страны. Поэтому сегодня я вам привела вот две такие интересные истории. Это в нашей Европе недалеко, это в Африке. Я не стала сегодня вам рассказывать про Южную Корею, расскажу в следующий раз. Сейчас вы знаете, что Корея открыта буквально в конце июня, и там уже 4 тройных диамантовых директора, и там уже
огромное количество диамантовых директоров, и товарооборот Южной Кореи растет из месяца в месяц. И поэтому это история компании СТНТ в каждой стране, и всем этим лидерам, я уверена, есть что рассказать. Я знаю, что и у вас у каждого есть своя история. Я знаю, что сейчас есть лидеры, которые делают свою историю в России, в Украине, в Казахстане, в Армении, в Хорватии, в Сербии, в Италии, в Бельгии, и в Греции, и во всех других странах, где сейчас они пока работают в закрытых странах. Но я знаю другое, что компания открывает страны, она это делает правильно, профессионально и грамотно. Я уверена, что сейчас, готовя свою страну к открытию, вы пишете свою историю, которую вы сможете потом рассказать всей вашей организации, а также всему СТНТЭХ. И поэтому я от всей души желаю вам всем прекрасного Нового года. Я вам желаю, чтобы следующий год — это не только начало Нового года, это начало новой эпохи. Это абсолютно новая эпоха будет в развитии вашего бизнеса. Я вам от всей души желаю не только хорошего здоровья, прекрасного настроения, здоровья и хорошего самочувствия всем вашим родным и близким. Я вам желаю от всей души, чтобы в новом году все ваши мечты, все ваши цели, все были достигнуты, все ваши мечты исполнились, сбылись. И самое главное, чтобы все, кого вы любите и кто любит вас, были живы, здоровы, благополучны. От всей души желаю вам всем процветания и уверена, что в новом году мы встретимся с еще более таким хорошим настроением, с еще большими интересными успехами. И я уверена, что история СТНТЭХ в нашей организации только начинается. И я знаю, что уже в новом году у нас будет еще больше интересных историй, которые мы сможем рассказывать, буквально чуть ли не каждую неделю делиться своими результатами не только по здоровью, но уже и по бизнесу. Я вам желаю всего самого хорошего, счастливого Нового года. Всем вам желаю прекрасных рождественских новогодних каникул, здоровья, счастья, мира и процветания всем вам во всех странах СТНТ и вообще во всем мире. Всего доброго, до свидания и до наших следующих встреч, но уже в новом году. Так что до следующего года у нас уже вебинаров пока никаких не будет, но это и правильно. Но информационный чат, скайп, он у нас работать будет все время, поэтому общаться, обмениваться информацией, поздравлять друг друга и желать всего самого хорошего и доброго, новогодние поздравления, пожелания, пожалуйста, он открыт. Так что мы не прощаемся, мы просто на какое-то время уходим на новогодние каникулы, просто пока до Нового года прекращаем нашу презентацию. Я подготовлю вам за эти дни записи презентации и так далее. Вы можете просто в любое удобное для вас время слушать все о том, что мы говорили последние месяцы. До свидания, всего доброго, всех благ, с Новым годом еще раз всех!